смерти Аллилуевой поползли слухи. Сталин снова женился. О браке вождя знали даже во вражеской Германии. Тайная жена очень интересовала немецкую разведку. Ведь, по слухам, он выбрал в жены 15-летнюю племянницу своего соратника Лазаря Кагановича. И теперь не принимал без нее ни одного решения. Когда взяли сына Якова в плен, ведь один из первых вопросов, которые немцы им задавали в плену, расскажите нам о Розе Каганович. То есть немцы не интересовало там расположение дивизий вокруг Сталина, вообще там его отношения с немцами, с англичанами, союзнически. Один из главных вопросов, так и Роза Каганович. Мифическую Розу Каганович никто так и не увидел. Зато ее обвиняли во всем, что происходило в стране. Даже в смерти вождя. В народе жил устойчивый миф, что именно Каганович и его сестра или племянница там, в различных вариантах отравили Сталина. 28 февраля 1953 года, после